самым замечательным праздником. Благодарю, мы вас поздравляем. Спасибо вам большое, Людмила Ивановна. Галина Ивановна. Галина Ивановна. Главная хозяйка. Приятно. С праздником Христос воскрес. Воистину воскресе. Я очень рад. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Я очень рад, что имею возможность так быть. Спасибо. Спасибо большое. А мы счастливы, как вы не представляете. Благодарю вас, Людмила Ивановна. А дети, где мои здесь подарки? Милая Ивановна. Ой, спасибо. Вам. Спасибо. Спасибо большое. Христос воскрес. Ой, какой красивый. Галина Ивановна, вам. Так. Владимир Харшак. Да. Михаил Олегович, где вы у нас? С ограниченными возможностями. Вот они делают эти работы. Так что они возьми классы. У нас есть по особой программе. У нас еще и работа в кружке по интересам. Видите, и художественная студия, естественно, столярная мастерская, бисероплетение. Христос воскресе! Для нас великое счастье, что вы нашли возможность посетить наш детский дом в этот радостный пасхальный день. Спасибо вам большое. Пишем поздравить вас со светлым праздником Воскресения Христова и просим вашего пресвятительства благословения на наши труды. Спасибо, Господи. Благодарю вас сердечно. Спасибо вам большое. Христос воскрес. Воистину воскрес. А для меня великая радость вас видеть здесь. Спасибо, Господи. Владимир добровольцы принимают участие в реабилитации развития детей инвалидов. И в этом альбоме мы хотели показать динамику развития детей, какие дети были, какие дети стали. Это ваше святейшество, наши очень-очень большие, хорошие помощники. Слава Богу. Это самое тяжелое отделение лежачих больных. И вот общими стараниями нам удается поднять этих детей и переводить их уже в отделение другие. Начинают ходить, да, начинают говорить, начинают что-то делать еще. Самые тяжелые детки вы сегодня увидите. Смотрите, как он. Совершенно другое выражение лица. Угу. Вот. Да. Да. Спасибо вам, дорогие. Спасибо. Спасибо. Доброго вам здоровья самим. Помощи Божьей. Дорогие мои дети, я так рад вас увидеть. Первый день Святой Пасхи. Увидеть в таком прекрасном доме, в таком прекрасном месте, в храме. Вы такие красивые, так хорошо одеты, такие у вас светлые лица. Дай Бог, чтобы все было хорошо, со здоровьем, жизнью с вашей, чтобы вас всегда окружали добрые, светлые и умные люди. Вот я очень надеюсь, что так оно и будет. Я хотел бы поблагодарить руководство, Галину Ивановну, всю вашу команду, добровольцев наших, жертвователей, конечно, тех, которые помогают и которые таким образом Царство Божие зарабатывают. Господь нас на суде не спросит ни о чем, ни о нашей должности, ни о нашей зарплате, ни о том, как мы выглядели, ни о том, где мы жили, ни о том, были ли мы совсем здоровы или чем-то болели, а Он нам спросит только, помогали ли мы другим людям. И если мы другим людям помогали, то Он нас к себе примет. А если другим людям не помогали, то погонит нас от себя подальше, в самое плохое место. Так что вот, я очень сегодня рад быть в том учреждении, где одни люди помогают другим. Пасхи. В воскресенье, в Светлой Пасхе, в воскресенье Христовом, мы очень волнуемся, потому что для нас двойной праздник, и ваш визит – это единственная возможность в жизни увидеть вас вот так вот
вживую, извините, пожалуйста, мы очень волнуемся, но для нас действительно это очень большой праздник. Наши дети готовились, они учили стихи, учили песни, готовили подарки для всех. Это сделано руками детей. Прекрасный подарок. Очень прошу вас принять этот подарок. Спасибо вам большое. Особая техника валяния. Да-да-да, из перышек таких, да? Да. Примите, пожалуйста, этот подарок от наших детей для маленьких. Детки очень готовились, поэтому я прошу вас послушать. Обязательно. Спасибо. Этот ясный день весенний, полон счастья и тепла, мир ликует вдохновенно, Пасха светлая пришла. Солнце радостно сияет с чистых голубых небес, весь разносится благая. Счастья вам, Христос воскрес! Воистину воскрес! Звонко капают капель, звонко капают капель возле нашего окна. Птицы весело запели, в гости Пасха к нам пришла. И метель. Сегодня Пасха, запах воздуха, запах теплых куличей. Молодец. Ну вот там разные велосипеды, все, что вам необходимо для вашей тренировки физической, игрушки. И это вот только маленькая часть, а основные подарки приедут попозже. Вот, а сейчас я хотел бы... Спасибо! Спасибо! А сейчас хотел бы каждому из вас дать... Пасхальное яичко и куличек. Спасибо. Христос воскрес. Берем и поздравляем. Христос воскресе! Христос воскресе! Подходите, кто? Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Вот возьми. Так, как зовут тебя? Лиля. Ну, у вас маленький еще совсем, ну, поменьше шоколадка. Ну вот. Храни Господь. Ну вот, здравствуй. Сейчас на ножки встает, возьмешь? Ну ладно, тогда может потом. Давайте я еще вот сложу, это он молодец. Верочка, подойдем.
ухода за собой обучает. И самые простые. Покажите. Иди ко мне. Здесь все белые. Все белые. Сейчас за меня решаете. Так, мы с тобой будем рыбку ловить, да? Тебе нравится, пусть едет. Не пусть. Это самое. Вот едет. Вот да? Да. Это психолог. Понятно. Ванец самое главное. Вещи, которые они могли сделать. Посмотрите дальше. Ну, вот они поставили все свои изделия. Ну, давайте сядем. Они подписывают все свои работы, кому-то их дарят, вот, не все работы подписывают. Что это тут изображение здесь? Ну, здесь все. Мы делали как квартиру, вот этот уголок. Молодцы. И все они, ожидая вашего приезда, все свои работы принесли сюда, чтобы оценили. Прекрасно, мы сейчас посмотрим все работы. Ну, как вот они замечательно вышивают. Да, серьезно? Серьезно? А вы посмотрите на стенах все вот их работы. Салаты всякие делали, торт делали из яблок. Что ты? Да. Надо будет как-нибудь к вам приехать сюда покушать. Приезжайте, они вас сюда. Мы посмотрите сами. Убираемся, да. Мы это сами вышили вот это. Что вы говорите? Да, вот куколок мы делали сами. Прошу, вот эти детишки, так. Вот эти детишки уже смогут самостоятельно с ними заниматься, если это учить, так смогут самостоятельно. Если они умеют шить. Уже все умеют, умеют шить, умеют готовить, умеют посуду помыть и одежду. Двигаетесь, да. Хорошо. Ну вот, успеха вам желаю всем. И помощи Божией, чтобы Господь вас всех хранил. Конечно. Силы грузит на то, чтобы это делать. А потом... Если с ним работать эксклюзивно, извините, да. Так может еще и лучше будет. Потом это будет нужно самим этим людям, чтобы человеческие измерения не терять во всем этом круговерте нашей жизни. Ну что, прекрасно. И бассейн хороший, и плацы хорошие. Успех тебе, пожалуйста.